Музей в собственном доме Иннокентий Мельников из Петропавловки отдал гостиную комнату под коллекцию минералов. Чего тут только нет. Отдельный стенд посвящен археологическим находкам. Верхний ряд – это нуклеусы, то есть это обломочный материал, из которого древний человек изготавливал различные предметы быта. Скребки, пластины для вкладышек ножей. Это вот пилка каменная, а это вот миниатюрные наконечники стрел, которые, по-видимому, они использовали для добычи мелких животных. Здесь также представлены и обломки медной руды, то есть каменный век сменился уже металлическим веком, то есть медным, или мы его еще называем бронзовым веком. Его главная гордость – это кальцит. Его он купил у геолога из Читы. Ну, можно будет сделать определенный акцент вот на этот минерал. Называется он кальцит. Представлен в виде таких спутанно-волокнистых агрегатов. Ну, это настоящие каменные кружева. Встречается в природе очень и очень редко в такой форме, хотя сам по себе этот минерал очень распространенный. Отдельное место в коллекции занимает халцедон, а точнее его разновидности. Минерал имеет вулканическое происхождение. Халцедоны, они в зависимости от цвета называются по-разному. Есть сапфирины, вот голубоватого цвета, есть агаты серые, есть сердолики красного цвета. Ну, у нас в Бурятии самое известное, пожалуй, месторождение – это Тулдунское, где можно килограммами собирать этот минерал. И, кстати, с этого месторождения древние жители, которые обитали на больших и равнинских озерах, они часто использовали этот материал для изготовления различных предметов быта. Ну, народ, конечно, удивляется, особенно вот этим минералам, и часто спрашивают, как я их, в общем-то, выращиваю. Я говорю, что все это делается в природе без участия человека по определенным физико-химическим законам. Отдельное место в музее занимает небольшой столик. На его создание у Иннокентия Дмитриевича ушло 10 лет. Вот эта столешница была сделана из различных кусочков цветного камня. Когда я еще учился в институте, то, листая книгу «Курс минералогии», я увидел там столешницу, которая была изготовлена еще в конце 19-го столетия, ну а в данное время она находится в Эрмитаже. И эта столешница была изготовлена уральскими мастерами из уральского камня. Но она настолько мне запала в душу, что я потом уже решил сделать собственную столешницу. Ну, уже из минералов Сибири, Дальнего Востока, ну и других регионов. На ее изготовление у меня ушло очень большое, много времени. Ну, практически 10 лет на изготовление вот этого столика. Ведь изготовить его не так-то было просто. Во-первых, необходимо было собрать необходимое количество минералов, а затем каждый минерал отдельно обрабатывается или проходит стадию обработки 4. Все он делает вручную. Единственное, распиловку осуществляет при помощи движка от стиральной машины. Кроме столика, он сделал еще 2 табурета. И все из тех же самоцветов. Еще одно увлечение Иннокентия Дмитриевича – это картины, созданные из минералов. Эта технология, она очень проста, но тоже требует определенных навыков. Потому что необходимо собрать определенное количество минералов и знать, что такой-то минерал, если его растереть в тонкий порошок, он не изменит своего цвета. А многие минералы как раз меняют свой цвет от природного, когда он в виде массы присутствует в образце, и когда его растолчешь, то, к удивлению, большому огорчению, он совершенно другим становится. Чаще всего непривлекательного такого белого цвета или других очень светлых тонов.
А в природе, которая не изменяет свою окраску и в массе, и в порошке, их совсем немного. Это лазурит, малахит, гематит, ну и некоторые другие минералы светлых тонов, правда. Это мрамора, кальцит и так далее. На вопрос, зачем ему все это нужно, отвечает кратко. Ну, трудно объяснить, конечно, зачем это все надо. Это зов души. Одни увлекаются рыбалкой, другие увлекаются охотой. Ну, а те, кто увлекается минералами, можно, наверное, по Бурятии пересчитать на пальцах. Как оказалось, Иннокентий Мельников не только геолог, археолог и краевед, но и завзятый охотник. Вот этого медведя он, к примеру, добыл собственноручно в тайге. Сам он нашел и материал для своих картин из перьев птиц. Вот эти картины с простого орнамента. А потом я уже, когда руку уже набил, стал заниматься более сложными композициями. А перо я добывал на охоте. В осенний период, вернее, в октябре-ноябре месяце, я практически ежегодно выезжал на охоту и там попутно отстреливал птицы нашего района. Это и глухарь, кедровка, рябчик, куропатка, тетерев, ну и другие местные птицы. Все они как раз и нашли применение вот в этих работах. На некоторых картинах использованы перья величиной с пшеничное зернышко. А вот на этом панно изображен лунный календарь. Здесь вот по периферии можно наблюдать головы вот этих животных в числе 12, которые символизируют различные года тибетского календаря. Домашние птицы, курицы, пух тоже курицы, даже гуся используется. Вот когда я говорю, что вот смочишь его клеем, его можно любой завиток, даже вот небольшого такого размера получить. В свободное от походов время он пишет книги. Он выпустил несколько фотоальбомов о природе и минералах. Написал несколько книг о гражданской войне. Сейчас собирает материал о детях Великой Отечественной и тружениках тыла. В свои 73 он еще занимается спортом, участвует в республиканских соревнованиях по спортивному ориентированию и завоевывает призовые места. Его удивляют люди, которые ничем не заняты. Ну, я таким людям бы посоветовал найти какое-то занятие. Ну, к сожалению, большому, у нас очень много людей, которые вот ничем не озадачены, ничего их в жизни не интересует. Жизнь проходит их неинтересно. Вот чтобы как-то проявить интерес к жизни, необходимо найти себе занятие по душе. А у нас очень много различных направление, которое можно будет использовать. Но я бы хотел пожелать, чтобы любой живущий на нашей земле и в этом мире оставил хотя бы небольшой след после себя.